Привести себя в хорошую форму приглашает Дом культуры «Контакт». Для всех желающих там проходит оздоровительная зарядка. Правда, сами спортсмены, а точнее спортсменки, в группе нет ни одного мужчины, называют это адаптивной гимнастикой. Набор особых упражнений предназначен специально для людей преклонных лет, учитывает их возрастные недуги. Махи, наклоны и приседания ни в коем случае не должны навредить организму и помогут быть ему в тонусе. Мы уделяем большое внимание правильному движению, правильному дыханию, правильной постановке тела, чтобы у нас была хорошая легкая разминка. И люди отсюда уходили с чувством легкости, с хорошим настроением, и нигде ничего не болело. Сейчас в группе занимаются порядка 15 человек. Все члены союза – пенсионеров новых химок. За 50 минут спортсменки выполняют десятки упражнений. Программа постоянно меняется. Я стараюсь, знаете, чтобы у нас работала не только мышечная система и суставы, я стараюсь, чтобы у нас подключали голову. То есть мы иногда даем такие упражнения, что надо вот именно думать, куда, чего, что, постановка. Ну, это, знаете, чтобы не было старческих проблем у нас. Вот. И нашим девочкам это, кстати, очень нравится. Ну, сначала путаемся, а потом у нас хорошо получается. По словам пенсионерок, после такой гимнастики день уже прожит не зря. Мне 72 года. Я занимаюсь здесь второй месяц, два месяца. Мне очень нравится. Позитивное настроение на целый день. Для того, чтобы записаться в группу, не нужно никуда звонить. Просто приходите по вторникам и четвергам в Дом культуры «Контакт». Начало в 9:10. С собой необходимо иметь удобную одежду и обувь. Пока занятия проходят в помещении, но скоро, когда потеплеет, их перенесут на свежий воздух.